Вы думаете, вы сможете? Жизнь не смогла, я вынес. Ах, да. Это не без физического. Так ты мне можешь поставить. А не давать. Девочки, тихо. Так, мы понимаем. Девушки! Вы на Литвесере. Сплетничаем, мы же девушки. Потом. Бывает так, что люди расстаются. Уходят те, кто любит и любим. Уходят, хотя чувства остаются. Их было двое, а теперь один. И одиночество теперь его удел. Что ж, бывают рушатся твои мечты. Как он вообще мечтать о ней посмел? Ну вот, теперь стоит один у высоты. Он смотрит вниз, где борются стихии. Он предвкушает свой последний миг. И он летит, чтоб встретиться с судьбою. Но цели почему-то не достиг. Исчез его полет, и все пропало. Не видел больше под собой стихий борьбы. Он видел детство, слышал смех и маму. Он видел свет, не видел темноты. И жизнь вся пролисталась за мгновение. Вся радость вновь из головы ушла. Летел он, жаждой столкновения. Летел он, зная, что сейчас наступит тьма. Понимаю, почему вы комплексуете? Я не понимаю, почему вы комплексуете по поводу своих стихов. У нас тут